блядь. Ужас! Ой, кошмар! Ужас! Ну а мужик-то при чем это? А он не видит, что тут поворачивается? Ну он же впереди меня ехал. Пришли 193 подразделения, сообщил начальник генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, украинские военнослужащие и члены их семей покинут Крым. Железнодорожные уже сегодня для этого зарезервированы плацкартные пассажирские вагоны. Выводить их будут без оружия. Ох, есть, вот дура, блин, я в шоке.